фармсе. Да у него постоянный урон идет фармсе. Ну вот, а у меня просто под бурсты, типа, ну, когда будет максимальный стак, я сдам свои бурсты. Рос, давай мне это, математику, знаешь, насчет чего? Три несыка или вот этого острого СРП. Где они? Какая три неприка? Не-не-не, с десятки. Это сложно. Подожди, ну, остров с арпом, ну, типа 90%, да, что сильнее будет. Но фишка в том, что она в следующем контенте просто не особо скейлится. Ты, ну, опять же, ты мутик, да? Угу. Мне, короче, нужен просто твой персонаж, зайти на него, чтобы я мог врубить этот доктор Дамаш и посчитать, сколько у тебя, какие скиллы скейлятся, вот с каких статов. И типа только тогда можно эффективность выяснить. Но если ты мутик и тебе арп не нужен, тогда, соответственно, делай выводы сам. Что там? Обновите, каску обновите. Языка устал, походу. Ну, он писал, что это... Да, ФК 3 минуты было. Так чё, дадите мне постоять на первом луче? Хорош. У нас БР сейчас будет. Зачем? Ну просто хочется мне дать 20к ДПС. А если не дашь? Всё-таки по идее, то её прок-то охеренную, это тренер. У нас вот Айнана есть вообще 2Т4. Он тоже настреляет там, наверное. Хотя, блин, фишка, вот... смотри, фишка луча. Давай, давай, ладно, всё, я понял. Понял, сейчас кто-то не дороже. Смотри, давай, фишка луча, что ты даешь бурсты свои. Типа те классы, у которых есть бурсты, они прям супер. Я ретриком, по-моему, ретриком. 18к на луча давал. Лема есть НСК на 20% хосты. Ну, что-то я не видел никогда, чтобы Лемы бурстили. Давайте так же. Рос встаешь на первый, потом вар. Да, типа, пока Рос не сдохнет, а потом все. Дайси еще по команде закинет меня этот. Как эта штука называется? Ну, короче, которую я понял. Здесь нельзя агро сорвать. Да, я знаю. Я же за это и говорю, что он как раз там, когда у меня, например, будет прок Звездного огня, и там стаков 30 хотя бы, меня на пул, я жму крит-пот. Пусть у нас это фейп будет на зеленом. А он тогда не достанет... Дайс, у тебя большой радиус на пул? А сколько там, 30? Нормально, да я добегу до тебя. Да ты, если ты на зеленом будешь, ты не добежишь. Ладно, ладно, хорошо, пусть он тогда на первый зеленый встанет. Вот смотри, вот тут, блядь, да стой ты, Рось, не прыгай. Вот это сейчас, блин, даже вот тут тебе не достаешь. А. Не, ну это близко все. Да-да-да. Вот. Босс, бери пока зеленый первый, а потом посмотрим. Давайте сейчас подходит Агрим. Бля, мне страшно такая ответственность. Да, понял. Ну да, конечно. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Кэш Рос как отдать? Да, я скажу. Так, с Геру? А, уже дали. Давай, дайся на пол. Все, секунду сбрила. Бля, только начал давать ДПС. Пиздец. У меня все прокнуло, понимаешь, я жму крит-пот. А, блин, третья лужа, кстати, часто летит. Стоим, сейчас все кастует. Кстати, а как? Или мне показалось, он первый раз не отлетел вообще? Да, там он бывает, это. Угу. Мне сейчас на зеленый стать или нет? Да, ну, типа, как... да, ты на зеленый, а он на синий.
А босс вообще сам выживет, у него же типа тоже вара немного прожимок. Да, ты теперь точно не дамажишь. Вар. Не, ну вар живет лучше, все равно. А, у нас же вообще ок есть, че я парюсь, бля? Надо по оку ставить. А лок типа сильно живет? Угу, лок, по-моему, сдохнет сразу. По-моему, такой. Ну, босс тоже сдох. Пацаны, ну типа, блядь, просто... Давайте с первого трая убьем его, потому что это жесть на нем сидеть. Бэйрь. Да, бэйрьте его. Только сразу отбегать меня, потому что на меня луч может появиться. Чего же убегать? Давайте ребаф. Давай я на синий стану. Смотрите, следующая смерть. ШП. Нет, ах, подожди, кто будет сейчас брать этот луч? ШП пускай. Давайте ШП. Он говорит, что он машина, мы ему верим. Ему нет смысла врать. Кроме как ДПС на грудь. Блин, вообще, конечно, нужно написать баг-репорт, сказать, что сильно сложно, блядь. Можно сделать проще? Это Каражан все-таки, блядь, а не Ульдуар. Единственный пост, что надо делать. Готовься, ну и... сейчас на тебя будет. Не, ладно, не угадал на язык. Ну, кстати, я сейчас следил, и, типа, дамаг начал проходить никак только... Ну, то есть можно было успеть выбежать до дамага. Вот бежали. Снова... А нет, не сопрот. Аж две лужи, третья точно не выжила. Это было последнее. 3 секунды, сейчас бежим. Побежали. Ой, плохо повернуто. Ну, нормально. Но что-то в нас походу полетело тоже. Да? Нет? Нет. Не. Анимация такая ебанутая. Капля разве не 30 берет? Ну, у меня 30. Ой, слушайте, а можно я сейчас встану? Где он тут? Мне, слушай, не, ладно, нет. Вставай, Лангрис. У меня просто прожимки все были. И сейчас 20% экзекутка будет. Да подожди, Войд, как капля 20? Она должна 30. Так, у тебя на панелике есть, на виде? Мне просто кажется, что сакра должна, типа, масса сакра 20.
О, а то я типа прям уже начал сомневаться в своих познаниях. Нет, массакра 20. Ну, правильно, это и есть массакра. Да то, типа, на пати, я не знаю, я ее даже не беру в расчет, она беспонтовая. Массакра — это та, что типа массакра, а не сакра на пати. Ой, нас кто-то прям супер отстает. Кто там это? Лангрис, осуждаю. Нам пизда. Прожались. Хорошо прожались, кстати. Еще в нас. Ну, нормально. Добьем. Кто не выжил? Да, там у нас один человек. Медленный. Я возьму синий. Don't rule it. Кстати, меч за спину вроде. Танцы опять эти. А с этого лута падает кристаллы бездны, я даже не знал. Резнул кто-то Корнеса? Угу. Это вот так все побежали, я привык, что я этот. Короче, просто он сейчас... Нет, я притворюсь, он выйдет из ловушки. А мы уже пробежали. Только не все пробежали, стоя. Ну да, я поэтому еще стою. Если что, самонем у нас из лука пробежал. Да проследите, что вы стоите там. Я вторую кинул ловушку. Ну тут... Подожди, на Корнеасе агро. Это... Дон, не получилось обусть на Корнеасе агро. Он как раз ты давал этот решифт, да? Ну, типа... Ну, он прошел по хилю возле него. Да, я ж пробафл. Ну, мне на лока нужна. Мог бы промолчать. Ну, я ж не локом здесь. Кто обгонит кота? Никто. А вы как тут оказались? Ясно, кто-то не бил трэш. Да. Идем. Ты это мне? Ну, Void. Не знаю. Ой-ой, они тливают. Я, кстати, этот снова отдал все бурсты на трэш, и посмотрите, какой ДПС. Ну, мало-мало трэша. Сова домашняя, когда много трэша. Желательно в одной точке. Чтобы прям все звездочки доставали этот в АУЕ.
За 4 цели это заебись, у Ретрика вообще клиф на 2 цели. Ну, в плане, типа, мейн цель и плюс 2. Но у Ретрика, конечно, есть обузная этот... Раз в 10 секунд обилка. Которая на 4 цели плюс... Ну, короче, на 4 цели плюс у тебя с каждой этой 4 цели вылетает еще на 2. То есть суммарно, я даже не умею считать такие цифры. 4 на 3, наверное, умножить надо. На 12. Только это не обязательно 12 целей. То есть нужно, чтобы было 4. Если там 4 цели есть, то они будут бить друг друга просто. Все, что перед тобой стоит. Да вообще, ну, типа, клиф должен работать как в доте, я считаю. Чтобы, типа, ну, миликам нужна была позиционка, все такое. А не как сейчас. Как тебе здесь позиционка, если у тебя это все самонаводящееся? Ну, нет, самое наводящееся это понятно, но клиф, я имею в виду позиционка, то есть ты выбираешь, с какого угла тебе подойти бить босса, с какого угла будет выгоднее бить трэш, типа, и кливать в босса, условно. Димон, ты представляешь, сколько нужно миликам думать будет? Так нет, ну, сейчас клиф автоматом идет, то есть ты стал куда угодно к боссу и кливаешь, разве не так? Ну, просто на все цели вокруг бьет. У нас по способности. Ну, вокруг же, типа, там, тебе не нужно угол выбирать. То есть понял, главное, чтобы клиф, я имею в виду, был, ну, перед тобой, например, там, с углом, там, сколько? Ага, значит, 45, что условно. Что у тебя должен быть конус, типа, на способности? Да-да-да-да-да-да-да-да. Типа, ну, там, с углом 45, условно. Ну, или там, пускай даже 50, чтобы проще был медликом. Тебе пришлось какую-то позиционку соблюдать, чтобы нормально дамажить. Только стойте, мы же хотели этот рыбу дать хорошую и припот выпить. Сип. И опять припот остался, блин. Сова нищая. 100 голды пришлось сюда если занимать. Зато лог теперь жрует. Можно питомца бафнуть, пожалуйста? Какого? Кого? Ну? Бэма. Угу. Это любитель возвращаться, я должен. Ну я так это просто, да. Попробовать. Да я не смогу здесь трапы ставить, у меня не будет в этом в сорве ДПС. Кулак, дайте это по авару там или по... Кому, чтобы питомец забафался. Спасибо. О, Корнес, ты выбил, кстати, темную сущность. И как она прокает? Ты тестил? Она прокает вместе с картой. Почти постоянно. Но ДПС у меня не вырос. Но у меня слабенький гир. Без кольца, без... 3, 2, 1, пул. Слушай, ну, если с картой прокает, то это хорошая 3. Но нужно смотреть, потому что ты можешь ошибаться. Ну, я ж поставил проки. Tell me when you. Я ж вижу постоянно, как она прокает, поэтому не могу ошибаться тут. Но я ж не говорю, что она постоянно прокает. Прям вместе с картой. Я говорю, что чаще всего. А что это за ДПС у собой, можете сказать мне? У меня сейчас все прокнуло, что нужно. Да ты супер хуёвый, что это вообще? Я не очень понимаю. Я прошлый раз, когда ходил с Кубобом, у меня на Малче с пула было 9к.
И причем я держал это секунд 40, пока не закончили для проки. Ну, вот, не перестали прок. Дом, ты в БМ сейчас? Естественно. Как тебе? В нас летит. А нет, не в нас летит. Я не могу понять, я нормально, хорошо. Ну как я начинаю этот пул всегда со звездного. Ой, со звездного огня, с гнева, то хаспот не имеет смысла приподом пить. Ну да, да, крит-пот. Ну это странно, ну реально странно. Я не очень понимаю. Возможно. А, слушайте, возможно из-за того, что у меня кондёр, типа, и с пула все-таки не такой хороший ДПС, как хотелось бы. Я там был не с кондёром, как раз, а с этим. Как нас зажимает, мне уже некомфортно. Да у нас все нормально, уже стоим. Куча места. А по-моему нет. А ну чуть-чуть надо перетащить. Дайте стенки. Ну кстати, видишь, зря мы все-таки Сильвана еще туда, ну точнее не зря сняли, потому что это ну реально баг геодаты. Посмотри, сейчас то же самое было. Ясно, все, перестало прокать, пацаны. Передаем привет питомцев. Всем своим прокам. 5 атак подряд парирование ушло. Питомцы. Донт, я дал, блядь, где-то 15 гневов без прока. По 1.2 кастил, понимаешь? А когда, кстати, Гера? Может сейчас? Давайте Геру. Давай, давайте Геру. В дверь уходим. Значит, эти за, чтобы нас топорики не били. Сегодня вооружена. Ой, все босса. Как больно. ГЦ, вот. Отлично. Топор. Бля, я взял бы этот ножик на Лока.
Ну, чё, мусор, конечно. Чё, выключим? Ну, ну да, добрать же нам двоих. Я все, все, спасибо за рейд тогда. Давай, спасибо. Да, давай. Давайте. Шахматы будем убивать, нет? Ну, о, пошлите, слышите? Быстренько завалим. Я хочу кольцо взять, 40 себе, 58-е. Спокойный. Вы куда? Донт предложил шахматы убить. А это быстро не выйдет, как минимум 9 минут вышло. Пацаны, мне, короче, нужно где-то 50 меткости взять. 58. Какие у тебя права? Ты нас всех кикнешь и этот спалишь в армию. Разве нет? Слушай, а может этот? Может, давай. Как эта штука называется? Погнали реально века, да, доберем пока двух людей, пока будем шахматы бить. Я думал, это Невера сейчас. Да в смысле? Ты что, Изука, не хочешь мне посох выбить? Ну давайте, может, вы запустите уже? А мы же не назначили людей, кто куда. Дед, с кем заходить? Кто чем нужен? Хочешь? Хочу магом 201-м. Не-не, Вика это нормальный человек. Чё? Кто нужен? Скажите, у меня есть паладин, рога, сова, шаман. Паладин, у нас паладин ливнул. Угу, сейчас зайду. А, он не дамажит, паладин, стой. А, да, паладин и совсем говно, давай что-нибудь другое. Давай Лема. Давай. Долго. Так, ну кто у нас в короле? Кто у нас в этих? Ну встаньте возле своих меток, ребят. Можете меня присумонить на этого, на шахматы, я готов. Да. На шамана, неплохо. Шкаф. Изука, дай шкаф. Вдруг чего пойдет. Хотя бы ОДшка. Дон, ты рель, потому что этот, люди прям расслабились. Дайси вообще в Далран улетел. Дайси сюда иди. Да я пока это, чтобы примерно. Нам нужна помощь. Какой сюда? Сюда. А чё вы еще не убили, смотрю, там 9 из 11. Шахматы. Опер. Скипнули. Понял. Давайте, кто? А? Я вот сажусь в кудесника. Я не вижу в левом священнике никого. И в правом. В левом есть, в правом нету. Нет. Ну все, давай, Зука, запускай. Я пешку выведу. Выведешь и пересядешь, окей. Да. Изука, запускай. Кто там в короле? Ну, Изука рядом стал, но не АФК что. Закономерно. Геру с пула, Изука. Дальше шахматы. Проводите. Изука, ну жми Геру с пула. Просто даже два сердалика вставил сейчас, Т4. Хорош. На Сикис тебе влево нужно, а Изука на место на Сикиса. Давай. Привет. Всего хорошего. До скорой встречи. Давай. Ну все, таким сетапом и остановимся. Хорошему нужно еще 4.
что еще 4? Сердолика. В данный момент аж пояс у меня останется и запа останутся. Если лутаешь, да? Сейчас пройду. Итак, чем могу быть полезен? Привет. Чем я могу помочь? Что угодно. Подхиливай пешку, которая перед нами. Периодически. Дон, ты хочешь передо мной запрыгнуть? Я хотел вообще там сбоку обойти, там встали эти пешки. А, что подожди, шли? Это у тебя слон? А как ты слоном прямо походил? Ты чё? Вот так вот. О, король, ты миссись. Он как король ходит, слон. А это так, у нас есть паладин супер какой-нибудь? Воин в бабле, можешь захилить пешечку? И больно уже прям. Которая прям самая... Перед этим, перед королем. А он особо приста достает до этого? Да. До гера только не достаю я. У нас пехотинец умер, все. Типа туда что-нибудь бы перевести по-хорошему. Кстати, Изука, я первый раз это слышу, ты раньше этого не говорил. А, ну я не был этот, как его... Да, я ж не был в последних рейдах с вами. Ну слушай, видимо, Don't не читал, что ты писал. Типа, в целом, инфа прикольная. Так, подожди, давай как-то сейчас встанем. Изука, давай ты пройдешь этот, вправо шаг. Ну ты понял. Да, вправо по диагонали. Королевский. Слышишь, Айнен? А ну, уводи оттуда коня куда-то. Ба страшно. Хотя ладно, потом уведешь, если зажмут Изука. Ой, Донт, не туда ты, конечно, пошел, нормально стоял. Подхиливаете ли менталя, в котором Донт сидит? А, так подожди, слышишь, Невер? Чего? Получается, правду о Корнеасе знаем только мы с тобой. Все остальные не слышали. Ну все, молчи. Никому не рассказывай. Да, блядь, тебе же говорю, давно ну, не поговорил. Нет, всё. нет, не говори. Не, просто даже не давай им намека. Да, я говорю, я с самого начала был прав. Это один человек. Да не, ладно, ну типа... Слушай, опять, сколько он хочет, столько и оправдывается, но мы же все прекрасно понимаем. Не, Изука, я просто, типа, это, не намек дал, а так, чисто, ну, разжег ваш интерес. Чтоб, ну, можно было поддержать беседу. Да, вопрос. Это вот как-то уже очевидно стало, когда Свет пропал. Мы живем вместе. Они муж и жена. Они муж и муж просто. Эрнес это... Нет, что Свет у них вместе пропало, это такое, типа. Это еще, во-первых, не факт. Райку, слушайте, знакомый ник. Кто-то он такой уже был. Да. А кто-то же... Я вам объясню, Корнес это на самом деле огр с двумя головами, и он просто сидит за одним компом. Все, разоблачение. И он не палится, играет на паладине. Ну, чтобы не забывать свои корни, еще играет на этом, на воине. Боб там понабрал по объявлению. Дон-то по чуть-чуть подпиливай только. Что? Говорю, чтобы тебя лечили. Я за тебя. А кого ты кикаешь? Райку? Так а зачем? Его же взял Кубоб себе в статик. Кто кикает? Кого? Да Изука хочет кикнуть Райку. А, понял. Бля, как больно этот ёбаный демон раздамаживается.
отойти, ну блин, открыть такое. Блять, нужно поспамить жетоны или понабирать новичков, а мне так впадло. Пацаны, кому не впадло, займитесь, наберите новичков. Типа, я вам объясню, как это делать, прям супер изи. Хотя бы 10, ну, типа, 10 человек, это займет у вас 2 минуты. Да есть какой-то аддон. Да, блядь, нет, аддон блочится быстро. И банят за него. Блядь, страшно. Я отойду, я лучше подхилю кого-нибудь. Ну все, я умер. Чисто отошел, подхилил. Я поставлю тотемы. Опа. Кастуйте, пацаны. Блять, кто? Невер, у тебя же все персы Альянса. Давай, займись. Но гильдии нужны вливание свежей крови. Мне смотри, нажимаешь О, сейчас я тебе объясню. Да. Просто... 1-10 пишешь и лупишь. У меня нету. Нет, не 1-10, 10-20. Ну, 10-20 тоже. Ну, вторая. Слушай, и звука типа, можно вообще не тратить голду, какой смысл? Пацаны, куда она пойдет, эта голда? Да, блять, рыба на всю эту движуху. Говно какое-то выпало. О, знаешь? Слышите, подождите, второе кольцо на меткость. Но это оно без сокета, да, оно и супер СПД просяду. Но я его все равно за ним, потому что типа я так смогу от трения избавиться. Эти будут БКшные раздавать или будем сами покупать за свои хуи? За свои хуи. Вот сука. А голда тогда в ГБ нахуя? Не на рыбу же ж, блядь. Да голда будет просто потихоньку тратиться, ну типа больше голда не будет пополняться. Да что, никогда не будет рост тратиться, я сука вот тут вов играю, всегда все заканчивается одним и тем же. Распад гильдии, блядь, и офицеры просто берут голду между собой. Подожди, сколько сейчас голды? 100к, это мусор, типа это типа вообще не деньги. Ну, потому что потратили на этот, на прокачку. Ну я просто говорю, мысль передал. Тоже все как будет в конце. Фишка в том, что нет уже голдранов никаких гильдейских. Типа, откуда будет голда браться? Так боешка. Блять, ты чё гонишь, типа, там с рейда, если там 5-10к выходит, это, ну... Ну вот смотри, сейчас деньги? Даже выйдет, типа, целка контент будет, карагер, там, плащ с этого малча боешный, который будет под 60к стоить. Да, и кто, блядь, будет в десятке ложить в этот, блядь, в ГБ этот, как его, этот плащ? Просто интересно. Чё такой душный, слышишь? Чё, мы выдох идём? В смысле распад гильдии? Ты чё такие вещи говоришь? Перестань, извинись. А нет, ну тебя типа он говорит, что типа, а куда ты хочешь эту голду тратить? Или вообще что ты предлагаешь? На фласки, конечно же. Да блять, ну что, на один рейд закупить фласки, а дальше где голду брать? В смысле на один рейд? Я ну блять, ты понимаешь, сколько фласки стоят? Ну типа они будут стоить по 500 голды, мы закупим на один рейд, типа там на 50к голды фласок. Типа на второй рейд закупим, а дальше? Куда тратить? Ну, точнее, никуда тратить, а где брать голду? Предлагаю построить дом. Я о том, что, типа, ну, в гильдии супер мало голды. Это не тогда, когда у нас было, там, типа, 3 ляма голды, мы тратили на фласки, типа, на все, и у нас была прибыль, типа, по 200к голды, типа, в КД. Тогда, типа, можно было еще, типа, понять, что, ну, на фласки мы там РБК камни всем покупали. Но так фишка же в том, что у нас нету прибыли никакой. То есть, ну, очевидно, что будет какие-то фласки в ГБ, которые будут покупаться, там, рыба и все такое. Ну, в дальнейшем это может так устроить? Нет, это вообще не имеет смысла. В дальнейшем лучше устроить голдраны, типа, чтобы каждый пилил это все. Потому что, когда это все складывается в ГБ, по факту это, типа, вот так и происходит, что офицеры все забирают себе в конце гильдии. А если, типа, просто голдран, например, условно, у вас 15 человек, или там, ну, 20 человек, то, этот, то просто пилится голда между всеми в равных частях. Ну, может, там чуть-чуть не в равных. Да ладно, всю голду... Ну, все, и звука, видишь, 3 человека его пилят. Бьерну, с Бьерном длиться мы не будем. Я и Донт, между собой все. И мне еще чуть-чуть. Нет, нет. Идра. Нормально вроде общались. Так нормально и общаемся, наверное. Просто, ну, типа, если мы начнем общаться с помощью голды, это все... Наше нормальное общение закончится. Там, где есть голда, там нет нормального общения. Поэтому зачем оно тебе надо? Забей. Так, лучше продолжим нормально общаться. Кстати, я нашел 3 смелых. Летим? Куда? Вык. Я лечу. На своей суперполетке.
А где ты нашел Тересмел? А вот стоит возле этого. Кого я нашел там? Давайте я басын пойдем. Да кто-то знакомый, что-то знакомое. Это что за ник? Это кто такой? Или кто такая? Ребята. Блядь, у меня не апается 36-й левел совы. Хуй, блядь, здесь 36-й, блядь, хочет. 35-й пока только. Я всех обнял, приподнял. А если сделать вот так вот меткость, кстати, сколько? 8, блядь. Мне нужно 9% меткости, да? У меня вопрос, а с хера ли посох дает меньше СПД, чем одна ручка? Так всегда было? Ух ты, столько лет вов играю, даже ни разу не обращал на это внимания. Ну, видимо, потому что на кастерах вообще не играл. Так, что делать? Где сумон? Кого тыкать? А мы нашли еще плюс один донт? Лангерс, иди сюда, давай посумонимся немножко. Я господина Изука сумоню. Лангерс. Перестань, Изука, нормально общались. А дон никого не спамит, вон у нас есть... Нарзик какой-то. И вон Гудлика можно на кого-нибудь. Ну, тут, конечно, согласен. Гудлик такой себе парень. Бля, она на 5 стильный. Чё за машина просто, зверь-убийца, лев? Так ты одним и тем же его этим восхищаешься, он трансом. Не, да, в смысле, это какой-то новый, по-моему, нет? Да я запутался, у него столько трансов, просто молодец. У него один транс, и ты просто постоянно его видишь с разной стороны. Какой один транс? Ты просто не видел Айнона. Айнон просто икона стиля этой гильдии. Айнон, сколько у тебя трансов? Не больше 3. Да я точно помню, штук 4, где-то 5. Я ставлю на 3. Да. Или он просто вообще не трансит, а просто переодевается, типа, в то, что есть. И оно выглядит норм. Гля, и звук стал стильным тоже. Айна, сколько у тебя трансов? Ну, в плане трансмогов, сетов. Бля, слышишь, подожди, Изука тоже стильно стал. Ну, только бы перекрасить морду собаки в какой-нибудь красный такой, типа, или коричневого цвета, все. Изука, перекрась морду. Это стоит всего лишь дохуя. Давай. Ренейм, кстати, вроде дает перекрасить морду. Один из трансмогов, ага. Бля, не ждал. А сколько из них красивых? Точно 4. В смысле, поменять цвет кожи можно этот? Изука, в смысле? Так это же, блин, первый, типа цвет волос, по идее. Енот цветом волос меняет всю расцветку? Ура. Не верю. Как так? А вот эльфу нельзя поменять цвет кожи. Тыкни. Давайте с ЛВГ бомжа доберем. Лучше девятером, чем лутать бомжа. Ну давайте в девятером. Чем в девятером не пройдем? Пройдем. Пройдем. Ой, мне нужно будет присумонить. У меня этот. Мне фласк нужна. А каким образом? Изука нету, но этот на шкаф есть. А вот такая магия. А, он полетел морду красить. Сейчас пойду слетаю тоже в этот.
Капец у панды, когда она кастует рожей, кривится. В парикмахерской цвет кожи. Первый раз вижу. Слышу и читаю. Да вы чё, каражан принесли за 2.5 часа? Еще собирались долго. И же машина, ужас. Ну, рта перед инстом мы с ума не столько, точнее. Собирались достаточно быстро. Ну, в 9 минут, по-моему, уже 10 человек в пати сидело. Я вторую одну ручку выбил. С хвоста. Осталась голова Аскара и все. Аскара, по идее, больше не нужна на хунта. А зачем я тогда сидел, выбирал цвет этот? Цвет енота, блядь, если можно перекраситься. Там еще один ДД нужен? Угу. Значит, никто не пишет. Ни скильды, ни так, ну, ни дискорда. Не, ну мы так, если что, сейчас пойдем да закроем. Да что за херня? Сейчас я релог сделаю, у меня сраный аукцион забагался. Обожаю, люблю цену. А чё не гудык? Давайте гудыка возьмем, хули. Бля, Изука нормальные треки подрубает. Что, мне в хила, да, тогда, если шо? Давай, на первого босса вот говорит идеально, что нужно. А чё Корне с боссом опять это? Обиделся? Угу. Серьезно, на ДКшке идёт. Раз ДКшки нету. Этот, ГГ с ней пишет. Хотим? А так он подожди. Это он первого часа будет. Не на масло. Да, чё, год так, да и всё. Камон, меня. Значит, грустно, на масло не хватило. Следа получше выглядит. Типа, ну ты просто раскрас покрасил, типа, ну вот какие-то на лице красные эти появились. Но он так все равно лучше выглядит, чем белый. Белый как-то стрёмненько смотрелся. Типа как-то весь такой. Ну, получается. Чё время тянем тогда? Да, вот так. Говорите с ним, я что-то далеко убежал уже. Ой, так это у меня ПС-ка есть. Ой, как вкусно. Ты хотел сказать у меня? А ты кто? Крисо. Поговори с Мулом. Респект делай. Слушай, бля, не, твой этот ЛМ, я видел, как он дамажит. Я его своим локом 199-м перегонял. Ты чё, гонишь? Где ты перегонял? Как этот инст назывался? Ну, вчера. Когда ты даже меня не догонял, ты давал где-то 4.5, я 7. 5500 я давал, а ты не давал. Понял. Так и запишем. Так и запиши.
Вон тебя из ука. Всем это ты давал. Да я на него не обижаюсь. Ну, типа. Собрал себе этого, как его, лока, типа, и сейчас пытается унизить сову. Как можно сову унизить локом? Магия не выводит. Мы изначально не в этом, не в равных положениях. Все, понял, так и запишем. Ой, а... Вообще-то так и записываю, только я. Типа, нужно сначала доказать, что ты умеешь писать. Скажи, что ты понял, и так и запишешь. Хорошо. Идеальный брат, подойди вправо чуть-чуть. А я почему на меня? У меня косты тикают. А меня не прокает, и что? Ой, блядь, а он кикает реально косты, надо дальше отойти. Тут такая кривой. Пизда. Сейчас бы весь свой прок этого. Ну, тут один душный тип на меня напал. Так а ты баблом скинь просто. А слышите, он станет умеет, вы знали? Да, моб станет этот. Так, дистанция 8 метров. Хлопцы, хлопцы, давайте. Стали этим шахматным домиком. 5, 4, 3. Невер, почему-то тема не в центре. Потому что. Стаунти жуткую. А, это ты? Подожди, значит стаунти кислотную. Понял, ты просто не в ту сторону его стаунтишь. Проверка дистанции 10 метров. Набрали? Дайся. Я же все-таки била. А потому что у тебя заканчивается хп, это незаметно было? Дистанция, 10 метров. 10 метров. Милики тоже. Ну, слушайте, плохо. Что плохо? Да, трое полутало. Ты не... Не... Да я ты вижу, а остальные. Да, да, Инер. А я уже только что тебя кинул. Тихо, тихо, куда вы через меня бегите? Дистанцию наберите, 10 метров, алло. Сейчас снова кинет в троих, типа, блядь, а у идеального 0 маны.
Хочу на САУ 4-4 посмотреть. А переставьте тайм, пожалуйста. На милихард хотя бы. Не, сейчас переставлю. Ой, на не мили этот, на РТД. Это Кайнона. А где мы становимся? Давайте к Альянсу, к Альянсу, к Альянсу подошли. Плохо, сейчас разлетимся хуево. Эх, мне страшно залагало. Слышите? А откуда у меня промах вылетел? Типа босс эвейдился или что это было? Или каким-то образом у меня может быть промах еще? Невозможно. А чё, хп остался? Может босс ретрик просто? Понимаю. Вот сейчас у меня мимо шло по нему, дотки мимо. Он взлетает, он выйдется. Все, понял. А слушайте, а почему у меня... Что это было? Откуда эта хоста берется? Дополнительная. У этого бычки. Гели такой. Не-не-не, хоста именно каста. Тоже дается? Да нет. Ну, что-то с собой непонятное происходит. У меня почему-то каст, только что кастился быстрее, чем нужно. А, подожди, ПС-ка. Ты дал мне ПС-ку, Лангрис? Ах да, да. На вот этом боссе, на рёве. Давал. Вот это кто? Кого осуждаем, возьму? Ты. Ух ты, конечно. У меня еще профа есть. Какие странные плечи. Это. Сейчас великий чернокнижник Вилфред Гиппопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Слушайте, а вот эти вот плечи. Чё там, я не лучше всех. Изука снова... Ну, бля, ладно. Похуй. Это лок. Я понимаю, что такое лок, поэтому похуй. Даже не обидно. Так, слушайте, товарищи математики. Нет таких здесь заседаний. Не, у меня написано, у тебя 7,8, у меня 7. Ну, типа, такой же у меня рекаунт, как скинул Шамахер. Я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится гроз... Кстати, у меня тоже 6.2 пишет. У Изука 7.4, тут 6.2, потом я 6.1. Ну, потому что у вас просто, типа, именно сам ДПС считает по-другому. У вас промежутки не так считают. Это просто, да. Да, и так. Да. Ну, промежутки просто по-другому считаются. А, типа, общий суммарный урон, там, ну, 2.84... И у нас 2.84. Ой, хочу запа отсюда. Кому-то нужны из кастеров отсюда запа? Тканевая. Какие у них статы? Меткость, скорость, СПД. Соки там нет? Без. Без. А, да-да, нет, у меня такие же, походу. Просто мега мусор за УД. Вообще нахер на крит.
Дай поездку. Ну все, ДПС закончил. Кстати, Айнон, ты тут это диспелишь стаки? У нас же есть шаман один. Кстати, я узнал, что лок... Да, шамахер есть точно. Я спрашиваю по каких-то... Лок с собакой тоже умеет диспелить, прикиньте. Я раньше думал, что лок с собакой только союзника может этот диспелить. Не только. Да, я знаю, что не только. Я же говорю об этом, я узнал об этом, типа, откровение. Из лука. Что такое? На сыграешь. Ена скверная. Так, я готов вставать. Могу? Бернуть его? Не, могу встать, у меня крест есть. Да зачем тратить крест? Да не надо вставать, ну типа космос на этом босс. Мы должны добить его, мне кажется, без вариантов. Ой, Долд с двумя мечами, какой стильный парень. Наверное, нам должен пока анекдот рассказывать, пока мертвый. Мне выписали административный штраф за отсутствие маски на перроне автовокзала на свежем воздухе. Сейчас бы на улице без маски ходить. Найс. Это такое бы нахуй нужно. Вот, хороший анекдот, понравился? Не знаю, по-моему, супер не смешно. Типа, а если бы ты заболел и умер? Ну, блядь, Дон бы был первым хантом по ИП. Ты понимаешь, ты бы заболел, умер, а этот мне даже не скинул аккаунт. Блин, тут согласен, конечно, проблема. Да, ты поэтому, ну, понял, напиши завещание, чтобы... Извиняюсь, конечно, а при чем здесь маска и болеть? Встань, зайди сам, пожалуйста. Без маски заболеть легко. Я сейчас я встану. Ты же ебануший. Ой, прости, я рад. Запустил. Давайте, это подсчитай альянс. Каким местом ты заболеешь с помощью маски от пыли? Ну, тут согласен. Насчет коллекционера... Да нет, в смысле, помогает, я точно говорю. Не помогает она ни хера, тебе говорю. Не знаю, мне помогает, я не заболел еще. О, блядь, а я маску не носил и тоже не заболел. Тогда что помогло мне? Ты на улицу не выходишь. Я каждый день туда на работу хожу, ну почти каждый день. Да, раскинь. Да, у тебя просто у тебя женский коллектив, типа, женщины менее подвержены этому коронавирусу. Я люблю, дайте, пожалуйста. А это где ты вычитал? Статистические наблюдения. Всех люблю, дайте ребаф. Вообще-то, я не персов коллекционер, а аккаунта. Тайсик, кстати, у меня к тебе вопрос. Ну ладно, вот мы с ртом уже решили, маска помогает, а вот с глазами что делать? Слизистые глаза, это тоже для нас приемчивые. Ты что такой номер? Что там этот, а комбо этому, мультику непрофит набрать? Дайте мне, а, вот дали, Любов. Непрофитно ли брать камни на ловкость? Там же есть, по-моему, какой-то талант. Не-не-не. Там приора пойдет череп, больше. Череп, крестик. Да. Потом квадрат. Нет, вообще нет миликов. Только рога, да. А, это не энх, разве? Трагар. На маны много как-то. А, ну да, получается. Куда идти, ста, по идее, хуй знает. Сперва рогу, потом лока. Под Гера заливаем это дело, да? Конечно.
Всех люблю, обнимаю. Здесь этот ебанский кинжал упадет. Аминь. Кому покикать косты, даже не знаю. Я кайфуюсь, покикаю. Вы уже бьете, я отвлекся. Я считал, сколько у меня аккаунтов. 11 штук. Сколько из них моих? Один. У меня срога пиздюка, походу. Нет. Этот, Starfall давать, пацаны? Нет. А сейчас? В крестик играем, каст бейте ему. Не успел, не спойлил. По-моему, Шамахер, ну, слабый тиммейт. Блядь, что ты душишь? Че ты умер? Я этот, косты кикал. Могу контроль отдать куда-нибудь, подними его раз. Не знаю, кого я поднял. Я поднял Таргора. Это подойдет тебе? Какого ты себя поднял? В смысле? Не, ну тут уже это, тут сожжение маны, насекомых, ледяная стрела. Квадратик играем. Давай, Донт. Лесбиянок. Фант. Но все равно никого. Контроль. Нет, я дам Старфол. Идеальный прожмись. А, на идеальном СС все нормально. Я нашел. Потом в школе буду рассказывать. А, если дал хекс, и почему не прошел хекс? Или вы кикнули? Некому нас кикать. Давайте волну сыграем, а? Что ли. Салатом что-то ничего не делает вообще. Он, кстати, мало гнева где-то. Он мне 2-300 вроде дала. В отличие от нашей, пацаны. Наша прям разъеб. У тебя два мангуста, что ли, Донт, на мечах? Да. А нахуй? Печеньку, печеньку, сова последняя. Сову последнюю, ну, дай, кого ты бьешь? Сову, я предлагаю сову вообще не убивать, а просто покайте. Чисто поиздеваться над ней. Так это же твой брат по классу. Вот, поиздеваться над совой. А у кого там супермиллионная випка есть у нас? А, Дон, ты ж супервипник. Иди напиши на форум, чтобы добавили сюда, на смог. Где напиши на форум просто тему какую-то по приколу? Да, типа трансмог на чарке. Не, а ну, это уже была тема не раз. Даже випка делали, но похуй. Им, типа, ну, им слишком сложно это сейчас сделать. Нет, знаешь, напишите лучше, что добавили мечи двуручные, которые у стражников в Штормграде. Знаете, вот эти вот стражники, которые возле аука под деревом стоят? Вот такие мечи, типа, пускай добавят. Вот, они есть, но прям, клиенты не есть, но их поудаляли. Это арена 1. Ники. Ну, он на сервисе просто не подается. По трине, трине. Это две тринки причем. Пизда, сука. Можно информацию? Ну, вообще, по идее, да? Ну, вообще, по идее, нет. Она будет стакаться сколько? Половину этого времени она от автоатак стакается уже. Ну, кстати, да. На дворочку нет смысла брать. Ну, типа, в смысле, да. Ты будешь ее стакать 10 секунд.
20 секунд длится весь паш. При каждом нанесенном вами ударе по противнику в ближнем бою. Ну, типа там ОВС, буря, что же, по-моему, идут, нет? Ну, возможно, но и все равно. И что? Будешь так, например, типа не 10 секунд, а 8? Ну ладно. Не, в целом, типа, она норм, но такое. Рэбов. Изука, а тебе что, это три не нужна? Глянь ты какой. А тебе точно она нужна? Ты ж типа вон мега крутой. Да эти бойцы вообще посоветую. Ну если нужна, то типа кому? Не, я не против. Войд, посоветую тебе... Блять, Невер, тихо, Невер. Да я Войду посоветую удалить ретрика и играть на нормальных спеках паладина. И этот. А второе, Невер, линкани мне меч, который ты говоришь. На стаке. Сейчас линкану, секунду. На какой, на какие стаки, блядь? На транс. Че, какой меч? Подожди, про какой мы меч на транс говорим? У стражника возле Штормграда, ты сказал. А, ну он е... ну это у меня нет. Свет и тьма пьет. На силу. Пуляй. В смысле звука танк светлый? Танк темный? Или темный, или вообще не берет. Бля, а зачем я брустанул с пула? Ой, на пульте, пацаны. Лучше мне скажи, зачем я брустанул по духам гадюки? Ну, чтобы на пул дать прошу. Ну, на поле бил. И звука нажми распал. А есть ПР у нас? Да, есть, да? Давай. Стоим бьем. Кас под конец только сбейте. Да ладно, дай. Что? Я дал... А, это я сорвал? А чем я мог сорвать? Я не давал его я. Второй делится. Ты бьешь одну, а Грон набирается на двоих. Так, по идее, две должны были туда сорваться. А зачем? Ну, типа, чем тебе светлая поможет? Чтобы мы сорвали темную, типа, которую мы бьем, как он вообще темную удержит, если он возьмет этот? Сменили свет. Меняемся. Ну вот у меня на второй 700 тысяч агро, я вообще по ней не бил. Не-не, я о том, что типа вот Ицу говорит, танк возьмет белую, и как танк удержит эту, темную, которую мы будем бить. Перешли. Ну там есть два варианта, ты или берешь темную, или вообще не берешь. Типа я вот, ну когда сол данчу, я вообще не беру стаки, потому что так удобнее держать две. Но типа там от танка зависит, как ему удобнее. Типа он может брать или темную, или никакую. А светлую брать, ну, я вообще не вижу смысла. Сменили свет. Че? Ну, свет врубил. А почему у меня написано смена света? А ты блядь. Бля, посмотри. Сори, да. Я этот... Слушайте розы больше, ну что это? Да, ну слушай, у меня ДБМ написал смена света, я ему привык доверять. Ну вот, он там пишет смена света на светлую, а ты так светлый. Охуенно. Да, я темный, блядь, я этот... Ну, короче, я проебался, здесь, сорян. Ну, убили. Чё вы этот плачете? Только Айнана убила. Ну, я тучку нажал. Да ладно, Айнан, чё ты, не парься, всё нормально. Сейчас темный. Волну играем. Thank you.
не бежать на самом деле. Убьем. Убьем уже. Свету, свету. Не, мы собрали, в эту играем. В луну играем. С темной аурой. Пока сбивайте, набиваем. Сила, защита. Дух, крит, мусор. Ты с этих падал посох, да? Вроде. Вроде, да. Ну, не упал, не упал. Ушла. Не будет сова домашки. Так а чего с Корнеста с этим вышли? С боссом? Заболели. У Корнеста температура была. А босс, как истинный тиммейт, поддержал. Так у него что же теперь? Ну, конечно. Ебать, 45-я триня дает 128 меткости инстантом и прожим 2057 АП. Такая. Вот в следующем этом, за ОД, который будет следовать. Да, кстати, тоже прикольно, то, что для меткости брать. А, вообще суперская, но проблема в том, что меткость дает. Тоже как пассивно, просто, да? А там весь шмот в ИК с меткостью, поэтому... Как вы будете типа капы подбивать, не знаю. Например, не знаю, но мне на Энхе нужно там кучу меткости. Мне СПТ-шный кап нужно собирать. Рога тоже самое будет делать. Ну, вот это, кстати, трения, которая прожимная, она по силе как прига. А они же пофиксили это из ука. Типа, ты снимаешь триню, с тебя снимается прок. Плюс этот. Плюс свитчаешь триню, и триня вешается КД 30 сек. Но там меткость. Ты уверен, что при смене прожим не снимается? Да, капитан. Изука идеальный. Идеальный, чего тебе не хватает? Готов, отлично. Раз, нажмешь Starfall со старта. Давайте ДБМ запустим. Ну, я нажму плюс-минус скоро. Как только прокнет. Я нажал, кстати. А, ну и нормально. Там моб идет на розы, по-моему. Да, давайте моба сыграем. Как-то Бьёрн вообще плохо проходит Каражан. Так у него, посмотри, блядь, это, кстати, кубок. Это, кстати, кубок. А, это кубок? Ну, Ирод, это же хрипаты. Ага, Бьёрн еще в Каражане. Типа, у Бьёрна ж там сборная солянка инвалидов, нет? У него там второе хрипаты. Поиграем.
Подождите, она уже этот, ну, а, все норм. ШП дает меткость, правильно? Да. Ну просто мне всегда хочется перевешивать кого-то куда-то. Ух ты, блядь. Да я этот, ну я сейчас пока еще, я давай еще. Да, ну ладно. Ты же сказал, давай пока еще. Изука, ну кто виноват, что ты прям там стоял? Секунду, будет выкапываться. Тоненького. Бля, у меня походу не тот прок, я пытаюсь разогнать, да. Этот шпермахер поставь. А у нас Frost Aura нам, короче, нужна. Ну, это Frost поставит, условно, я не знаю. Fire тотем поменяй просто на него. Это в огне тотем. Ну, я взял уже. Frost, и можно натур поставить. Натур не обязательно, да, она не дамажит. Это же темная магия, по-моему, нет? Нет, это природа. Ну, я могу, но Мелихас потеряется. Да не, не надо сейчас, не надо. Вот не дома. Пацаны, заберите от меня, спасибо. У меня спринтов нет, а что делать? Чё махер? А там сразу было бы уже. Поэтому его надо выводить. Душно. Вот, кстати, сейчас сверху нету луж. Проверим по... Ой, этих, ну, шариков. Посмотрим, появятся они вообще или нет. Вот. Да, появился, не было. Ой, Дондрандуд побежал. Дондрандуде, беги быстрее. РПД, в босс играем или как? Да не, давайте вкопательно, у нас один хил. Тем более босса мы, скорее всего, и так переведем. Давайте Геру. Пристабав снимаем себе. Еще один. Зачем, донт? Хорошо, что его не давали. Угу. А мне? Нет, зачем его снимать? Мы уже обсуждали это, что он в процентах бьет от твоего общего здоровья. Все правильно, ну так, а проблема тут, ну, хилить нужно людей только тогда, когда он просядет, правильно? Прохилите меня, кстати. Нет, в том-то и дело, видишь, меня убило. Что именно? Давай после рейда.
Я тебя видно. Давай. Это мы обсуждали. Там, а, я помню, тебя, я был тебя, туда. Тебя убивает, да, Рой. Но он внутри... дамажит процентно от текущего, правильно? Не от, не от максимального. От текущего, да, но у него есть минимальное количество наносимого тебе урона. То есть если у тебя очень мало хп, он нанесет все равно больше здоровья. У нас идеальный выбор, надо убивать босса. Дай БР. Ну на. Тысячу. Ну мы все равно добили его. Ну там у Ангри стал вот этим. Ну я для его то. Какое же говно. Хотя дайте меч на комбо-то нормально. Нахипала башка. Ну типа, если нет, никакой другой. Бля, мне Атлас Лут забагался. Мы Оню не идем? Или как она называется? Не-не. Что ж, я все. Скажем дружно нахуй. Я сегодня спал на полу аэропорта, так что я спать. Кир, у меня в чем проблема? То, что у меня нету мейнхенда для комбата нормального. Да, блядь, это все выбьет когда-нибудь.